Итак, в чем причины процессов разрушения кожных покровов человека на тонком плане? Волновые такие движения от вот этой окружающей среды, которые влияют на человека. И вот человек, находясь вот в том виде, в котором я его вижу, как бы не плотное тело, да, а вот как будто бы вот плотный туман, но немножко структурированный. Вот. И, соответственно, окружающая среда волны такие посылает на вот эту структуру человека и меняется. Его, получается, вот этот плотный туман, если его можно так назвать, он меняется. Человек себя доводит до этого состояния сам. То есть он должен найти, где он сливает энергию. Причем это может быть как какая-то текущая ситуация, то, что идет не своим путем, да, и затрачивает много энергии. Так и он может идти как бы ныне уже своей дорогой, но где-то в прошлом он вот образовал такую большую пробоину. И сейчас он вроде бы, человек вроде бы как идет своей дорогой, но вот эта пробоина, она не закрыта, и ее нужно проработать. Это получается человек, который легко поддается влиянию, легко поддается каким-то волнениям или чему-то вообще легко поддается. Это выглядит так, как будто вот его краски внутренние смешиваются с другими, да? Твой тонкий план будет смешиваться со всеми красками вокруг, да? И поддаваясь под влияние чего-то или кого-то, то есть это может оказывать влияние на твое тело, на твое здоровье, на все. Но тот, который неколебимый, у кого есть, можно сказать, внутренний стержень, да, его структура получается более стойкая. Собственную структуру человек может как бы контролировать, да. То есть не давать вот этим внешним краскам в себя проникать. Вот это находится под контролем человека, если он это осознает. То есть всегда отдавать себе отчет, что ты делаешь, почему ты это делаешь, да, и минимизировать участие вот негативных эмоций, да, чтобы не поддаваться провокациям. Второй вопрос. Лечение псориаза. Человеку нужно куда-то девать излишнюю энергию. На тонком плане тут идет как бы неправильная направленность этой самой энергии. То есть она как бы в этом случае у человека энергия есть, но она направлена не туда. То есть да, как он будет ей управлять, если он не понимает, что с его энергией творится? Вот, а он как бы, ну, во-первых, да, он должен понять, что это вот его энергия, она у него есть. И этой энергии нужно давать выход, ну, как бы таким единым потоком, чтобы она не металась по всему телу. Как один из вариантов — это найти дело, да, этой энергии будет реализовываться экологичным путем. Признание себе в том, что есть обида какая-то, то ли обида, то ли какая-то вина, то ли, ну, вот какое-то непринятие себя. Во-первых, признание, а после этого уже, то есть прощение самого себя и принятие. Причем принятие, ну, вот такое с любовью, с благостью. С тем, чтобы человек сам себе искренне желал выздоровления.
как предотвратить растяжки на коже и как убрать растяжки на коже? Предотвратить через дыхательные практики и через непосредственную растяжку. Ожог — это страх, очень сильный страх. После ожога приобретает, неважно кто. И если этот страх остается, заживление идет хуже. Мало того, остаются плохие рубцы. Если проработать человеческий страх, сразу же оказать человеку, неважно, это маленький ожог ребенок получил, или же взрослый человек получил, серьезный или несерьезный, ожог сразу вызывает на эмоциональном уровне очень сильный страх, очень сильно понижаются вибрации. Одна мысль о принятии окружающего мира, одна только мысль способна на целые сутки задержать развитие этой болезни. Только одна мысль о том, что человек берет во внимание право на существование мира вокруг него таким, какой он есть, с его всеми проявлениями. Одна мысль способна задержать развитие на целые сутки. Если духовно человек сильнее, в нем процесс старения идет медленнее.